Без вины виноваты. Заместитель акима Балхаша пытается доказать в суде, что он не коррупционер, передает информационный портал mv.kz. Летом прошлого года его наказали за завышенные показатели в отчетах и несвоевременные ответы на письма и запросы горожан. Нарушение антикоррупционного законодательства выявили при проверке отдела. Однако обвиняемый с такой трактовкой не согласился и подал иск в суд на управление по правовой статистике Генпрокуратуры Казахстана. Чиновник счел, что информация не соответствует действительности и унижает его честь, достоинство и деловую репутацию. Я считаю, что нарушение сроков рассмотрения обращений граждан ничего общего с коррупцией не имеет. Это чисто дисциплинарное нарушение. Ответчики исковые требования чиновника не признали. Они уверены, что дисциплинарное взыскание наложили законно. В итоге Фемида не встала на сторону госслужащего. В свою очередь он подал апелляционную жалобу в Карагандинский областной суд. Заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации чиновника назначено на понедельник.